Карельские исследователи раскрыли дело об убийстве 17-летней давности. В преступлении сознался уже судимый и находящийся в тюрьме за наркотики, кражу, грабеж, разбой и еще одно убийство. Как выяснили правоохранители, в 2005 году два товарища, 17 и 14 лет, отдыхали и выпивали на берегу Лососинки в Петрозаводске. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Младший ударил старшего ножом. Труп также вот на спуске, чуть-чуть ниже только его протащил. 30-летний Сергей Колтович вину признал и показал следователям место совершения преступления и сокрытия трупа. Дело об убийстве уже направили на рассмотрение в суд.